Развитие водного Е40 – дело экономически перспективное. И Беларусь, и Польша заинтересованы в восстановлении и активном использовании данного пути. В первую очередь экономический эффект будет в том, что путь окажет влияние на обмен грузопотоками между Польшей и Беларусью. В будущем это может оказать влияние на развитие приграничных регионов. Согласно технико-экономическому обоснованию, развитие водного пути Е40 на территории нашей страны предусматривается дальнейшая реконструкция сооружений Днепробугского канала. Примерная стоимость порядка 100-150 миллионов евро. Однако перед тем, как приступить к практической реализации, необходимо провести еще немало работы. Мы запланировали, что если в Польше межгосударственные процедуры пройдут успешно по технико-экономическому обоснованию, то мы будем работать над оценкой воздействия на окружающую среду этого проекта. Это будет следующий шаг. И потом уже после этого, если эти документы покажут, что, значит, можно двигаться дальше, это будет проектирование, ну, и дальше поиск инвестиций и реализация самого проекта, его строительства.